Люка отыгрывает ее назад. Горшков подхватил. Горшков пустые. Забрасывает 4-1, делая счет. Но вот она потеря. Цена потери в средней зоне. Так, снова вбрасывание за хозяевами. И подстроился под эту передачу Горшков. И летит за дублем в пустые ворота. Горшков забрасывает пятую. И делает счет 5-1. С таким же счетом вчера ястребы переиграли Талпар.